Сегодня, 27 января, в России отмечается День воинской славы России, день полного освобождения города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками. В ознаменование окончания снятия блокады 27 января 1944 года в Ленинграде был дан праздничный салют. В настоящее время в этот день в городе проходят различные праздничные и памятные мероприятия, чествование ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей города, кто пережил эти страшные 900 дней блокады. О том, как отпраздновали эту юбилейную дату в Новочебоксарске, смотрите в следующем нашем выпуске.